Hello, народ, с вами Кэкс Девинтер, и сегодня я хотел бы сделать разоблачение на такого якобы хакера, который называет себя Хейл Сатана Джо. Думаю, многие из вас его знают, поскольку очень многие ютуберы сделали так, чтобы он довольно-таки жестко хайпанул. Но сегодня я вам расскажу, кто этот человек на самом деле и что он из себя вообще представляет. Итак, начнем с того, что для тех людей, которые не знают, как этот человек вообще сделал так, чтобы ютуберы обратили на него внимание. Этот человек создал аккаунт в Дискорде и сделал себе ник Хейл Сатана Джо. И отправил всем такие письма, которые вы сейчас видите на ваших экранах. Он отправил это всем русскоязычным ютуберам, даже самым мелким, которых там, не знаю, по 1000 подписчиков. Я, конечно, не прям такой мелкий ютубер, но я там тоже есть, ребят. Итак, что же он написал? Привет, возможно, ты знаешь Джон Доу, Джейн Доу, Гостя 666, Доктор Луи и меня, Хейл Сатана Джо. Скинул ссылку на свой профиль, на свою игру, в которой, собственно, мы тоже сегодня поболтаем. И написал, ты следующий. Ну, конечно, в принципе, я, конечно же, не поверил, подумал, что это шутка. И написал ему, кого, дурень, отстань. Дальше он мне написал «You don't have much time», ну и я, честно говоря, как-то забил на этого чела, и вдруг потом смотрю. Ну да, я там зашел на его карту, там погулял, но потом вышел, забил и смотрю. Где-то через 3 дня про этого хакера снимает видос то ли Шейп, то ли Ленчик, кто-то из них. Я такой «Чего?» Это же просто фейк. Ну нет, я, конечно, понимаю, что Ленчик, Шейп, там, они снимают такую тему, но, блин, это же реально видно, что фейк. Я не знаю, зачем они его снимают. И именно поэтому я решил в этом всем разобраться. Итак, давайте уже начнем наше разоблачение. До меня снимал разоблачение на этого хакера Тима Бум. Да, думаю, вы многие его знаете. Так вот, в его комментарии зашел один человек, которого зовут Топ Карим. Думаю, вы тоже знаете его. Ну да, возможно, вы его не знаете. У него 7000 подписчиков или 8, там, я не помню. Не суть. И этот человек написал под его видео, что типа некрасиво рассказывать чужую информацию. А Тима Бум сам говорил в видео, что получается это Топ Карим, это и есть Хейл Сатана Джо. То есть Топ Карим сам подтвердил, что он есть данным Хейл Сатана Джо. Сейчас я вам прикреплю все скрины, и вы поймете, что Топ Карим это и есть Хейл Сатана Джо. Дальше такие пруфы будут, что вот в карте под названием Secret Roblox Laboratory, которая карта, собственно, этого Хейл Сатана Джо, ну вы можете туда зайти, там ничего страшного нет, вас там никто не убьет, все будет нормально, просто всякие страшные персонажи и все такое, ну в принципе можете зайти, не знаю. И там было написано типа Шейп, Соня 3 и Ленчик, они будут первыми. Так вот, почему они будут первыми? Так потому, что они как раз вот эту всю тему про хакеров и раскрутили. То есть, они первые начали снимать про этих хакеров и все такое. И как раз они, то есть Шейп, Ленчик и Соня 3, самые первые сняли про Хейл Сатана Джо. Как вам такой прикол, а? Я честно не знаю, возможно, они в сговоре с этими ютуберами, этот Хейл Сатана Джо, этот Топ Карим, сговорился с другими ютуберами, чтобы они его так типа пропиарили, что ли. Особенно Ленчик, который вообще хотел там с ним на контакт стрим сделать с Хейл Сатана Джо. И, ребят, я не знаю, зачем ютуберы вообще делают так, что они пугают просто своих подписчиков, и, ну, реально, очень многие люди думают, что их любимых ютуберов взломают. Это, как по мне, очень плохо, ребят, но если вы смотрели данный ролик, то вы теперь знаете, что никого, ребят, никого не взломают. Потому что Хейл Сатана Джо это просто Топ Карим, который захотел хайпануть. Также, ребят, вот вам еще доказательство, что это Топ Карим. После видео Тима Бума, да, где он рассказал, что Топ Карим это, скорее всего, и есть Хейл Сатана Джо, то Топ Карим выставил в свой статус в Дискорде Тима Бум просто... я не буду говорить эти слова, но вы сейчас можете видеть на экранах, что он там написал, и это как бы дает понять, что это именно он есть данным хакером. Ну и, конечно же, он никого не взломает. И ваш аккаунт, ребят, собственно, не взломает, так что можете не бояться, можете заходить в эту игру, можете, не знаю, обзывать хоть этого хакера, когда он будет там заходить, этого Топ Карима, можете делать все, что захотите. Тем более, что мой аккаунт уж точно не взломает, поскольку у меня стоит верификация по телефону, двухэтапная, у меня стоит вся верификация, которая только возможна. Так что мой аккаунт взломать точно не получится. И так же, как и ваши, поскольку, ну, этот хакер не настоящий, поэтому можете прямо сейчас опускаться по ссылочке в описании, играть в эту игру, не знаю, хоть обзывайте его, хоть что угодно с ним делайте. Если, ребят, я вам помог, то вы можете поставить лайк, подписаться на канал
И, ребят, пожалуйста, напишите в комментарии, верите ли вы во всяких хакеров. Лично я в большинстве из них не верю и считаю, что это просто люди, которые захотели хайпануть. Нас с вами был Винтер, вы можете поставить лайк, подписаться на канал. И всем пока-пока-пока! И...